Байден написал первое сообщение в Твиттер в должности президента США. Джо Байден написал первый твит в должности президента США. Сообщение появилось через несколько часов после инаугурации. Об этом сообщил официальный представитель соцсети Ник Пачелио на своей странице. Официальные аккаунты Белого дома в Твиттер – собака Вайтхаус, президента США собака Потас, вице-президента собака Выпы, первой леди собака Флотос. И пресс-секретаря собака пресс-сек в среду 20 января перешли от администрации Дональда Трампа к администрации вступившего в должность президента Соединенных Штатов Джо Байдена. В среду на странице Потас действующий американский лидер опубликовал свой первый твит. Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы столкнулись, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет и сразу приступаю к работе чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям, написал Байден. There is no time to waste when it comes to tackling the crisis we face. That is why today I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. Президент Байден, собака Потас, January 20, 2021, известно, что для супруга нового вице-президента США Камалы Харрис Дага М. -Хофа, был специально создан аккаунт собака Second Gentleman, второй джентльмен. Сегодня Джозеф Байден и Камала Харрис принесли присягу и стали 46-ми президентом и вице-президентом США соответственно. На РБК Украина можно следить в режиме онлайн-трансляции за всеми событиями, словами и решениями в день инаугурации Байдена.